В Якутии продолжается реализация приоритетного проекта страны по формированию комфортной городской среды. Межведомственная комиссия республики отобрала 8 муниципальных образований. В их число вошли Якутск, Жатай, поселок Махсагалох Кангаласского района, Нижний Курана Халданского и поселок Айхал, а также города Мирный, Удачный и Нерюнгри. В рамках проекта собрано более 400 миллионов рублей. Средства выделены из федерального, государственного и местного бюджетов. В проект входит как ремонт дворовых территорий, так и общественных мест. Проекту у жителей появятся новые скамейки, новые урны, и также будут ремонтироваться подъездные пути. Естественно, для этого люди сами должны выйти, обсудить и внести свои предложения в администрации наших муниципальных образований, что они хотят, чего они хотят увидеть после проведения ремонта. Хотим, чтобы наши жители нашей республики Саха-Якутия жили в комфортных условиях.